зашиваешь. Сходили на русалочку. Одним словом, очень понравилось. Хотела сказать, что я чуть не расплакалась, но нет, Марина в конце расплакалась, и я вместе с ней держалась весь мультик. Мама, можно мне расставить поесть? Нет, можно. Я забыла сюжет уже. Думаю, так очень отдаленно слышала. Отдаленно помнила. Слава богу, сидела рядом Марина и говорила, все будет хорошо, потому что я уточняла периодически. Вам понравился мультик? Кино? Да. Катя, вам понравился? Всем понравился. Марин, тебе понравился мультик? Да. А что больше всего понравилось? Мне понравилось, как Ариэль обняла своего папу. Это больше всего понравилось? Да. Мы тоже не выдержали этот момент. А про что мультик, Марин? Про что вообще? Ariel. Чему он учит? Про что он этот? Чтобы... Мир, про что мультик? Про любовь? Да. Про любовь? А про родителей там ничего не было? Не. Не, вообще ничего? Скажи, да. Да. I saw a kid... Ой, последние слова Ариэль отцу. Спасибо, что слышишь меня, довели до слез нас двоих. Ну, меня точно. Ну, не знаю, даже не хочется комментировать про русалочку, про подбор актеров. Настолько это для меня понятно, для чего делается и чему ведет, что... Ну, это вообще не про это настолько не мешает. Это не должны люди все восприниматься ни по цвету, ни по расе, ни по национальности, а по тому, кто они такие. Вот и все. И мама, и папа. Папа из Пакистана, я посмотрела, кто откуда они подбирали. Мама родилась... в Мамбам каком-то, в общем, стране, в которой даже не произнесу, не прочитаю. Мама, имею в виду королева. А в нынешних реалиях вообще мне казалось, что мама, это про любовь. Скажи, куда мы едем и что у нас происходит. А казалось, что это вообще про любовь к иммигранту. Нет, точнее, иммигранта к иностранцу. А теперь мы едем поздравлять Ваню. Да, Марин? Ты идешь поздравлять? Да. Едешь? Идешь. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что я посмотрела Похитюшу очень внимательно. Про его последнее видео про то, что он пограничник. И решила, что я тоже имею такие проблемы с расстройством психики. Привет, Вань. Спасибо. С днем рождения. Хорошо? Да? Привет, Настя. О. Спасибо. Не за что. Как вы дела? Хорошо. Надеюсь. Хелло. Надо было сегодня, слушай. Надо было, ты вас снимала? Вообще, ты о, а я вам не рассказывала. Где я только не лазила. А ты дашь мне видео какие-нибудь? Я сейчас людям покажу. Аню отправила в Whitewater Center. Сама еще никак туда все никак не доберусь. Спасибо, о, Александра. И... В общем, Аня сегодня побывалась, понакаталась. Наскакались, там налазились. Ну, ой, красиво. Скажи. Класс. Ваня называет это... Ну что, давай, Аня, запевай песню. I want... Давай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ivan. Happy birthday. To you. С днем рождения тебя. С
рождения. В России никто не рискует, сынуля, как бы портить тебя. Голос, я так понимаю. Днем рождения. Днем рождения. Тебя. Давай. Ковид, видимо, прошел. Экономика в упадке, все прилетели. Это лонг-терм паркинг. Прошел? Да, Марин, ковид прошел. Oh, yeah. Ты рада? Так, ладно, есть хоть одно парковочное место? А вон там тоже. Ой, тут есть. О, там возле Тесла стоит. Расизм. Это вейкализм. Вейкл. У них больше машин. Машин, да. Это я уже на середине парковки начала снимать. В общем, летим мы во Флориду. Влог будет называться Happy Wife, Happy Life. Правильно, Рома? Едем к косметологу. Летим. Некоторые едут веселиться. А ты, Ром? Работать. Работать? Хочешь немножко поработать из Флориды? Да. Делаешь, что хочешь. Машины вообще ни конца, ни края. Все, мы во Флориде. Приехали на шаттле к парковке. Роме уже повезло. Рома уже увидел игуану. Сказал, что метр, не меньше. Возможно, был крокодил. Но цвет был немножко зеленее, чем вот эта жилетка у тети. Так. Автомобиль. Дешевый. Я так поняла, да. Но мне хочется зайти вовнутрь. Очень влажно и жарко. Пошли сюда заходить. Я хочу сюда зайти. Машину, оказывается, глушить надо. Не могли понять, что не так. Четвертый. Заходи. Мы, конечно, уже приехали кушать. И я считаю, что я должна вам быстро показать это, потому что я уже немножко пригубила, скажем так, и могу про вас забыть. О, Ромы какие-то. А что это мини. Такое? Мини? Мини-шмини? Это три разных мяса, я надеюсь. Нет, это же ничего. Вот это вот салат Рома любит, этот из капусты. Френч фрайс, так, чтобы прям хорошо. А здесь рыбка у меня. Они это называют рыбное что-то там. А у Марины два чиза. А, ну короче, чисто американский dinner у нас. Я тоже пойду руки помою. В общем, наслаждаемся. Начинаем наслаждаться жизнью, потому что завтра у меня страшнючие процедуры. Страшно очень. Пуш. Ну, видимо, пуш, Марин. А мы обратно зайдем? Конечно, зайдем. Вот сюда идем. Руки мыть. Let's go. Come on in, girl. It's so fancy. Fancy? Очень fancy. Шмэнси. Why is it so tall? So tall. Чтобы быть fancy, нужно быть tall, видимо. Наверное, я буду использовать две руки, товарищи. Одну секунду. У меня такое дикое ощущение, что я здесь была. С Леной. И мы тут кормили чаем. Вот прям мне так кажется очень. Итак. Ром, мне кажется, я была здесь. А мы где с тобой вообще? В Букаратоне? Ну, понятно. С кем ты здесь была? Расскажи мне. Мне кажется, я с Леной сидела на вот этом пляже и кормила чаек пиццей. Вот прям не могу избавиться от этого ощущения. Куда ты, я куда хочу, туда и хожу. Давай пакет. Ром, на тебе пакет и сними мне funeral видео. Италия. Италия.
Прекрати, ну не надо. Прекращай. Получилось? Да. Ну все, можно помирать. Подожди. Не весь сценарий снят. А, окей. Так, теперь, так как у нас рабочая поездка, шринг 5,50. Не знаю, что это все значит, не хочу читать ничего. $1 стоит зайти. $2. I'm sorry. А, мы не резидент. Ром, пропускают? А. А ты много денег дал? Я думала, он решил пропустить нас. Марин, ты такая спешл. Ой, дайте сниму. Сексизма только что было какого-то. Woman fishing shaming какой-то только что был. Итак, мы с вами на пирсе. Вода прозрачная. Я надеюсь, вам не сильно дует. Ой, сколько их. Второй. Решающий. 9 утра. И я еду прощаться вот с этим лицом и вот с этими обвисающими брыльями. Свет тут, конечно, так себе. Сомневаюсь по поводу одной процедуры. Вообще еду на 3. Мешки и впадины под глазами. Это. Этот мальчик был на завтраке. И я вот не могу понять, это вот мальчик такой или это такой мальчик. Ой, надо открывать кнопки. А я ключи не взяла. Боже, как я привыкла. I'm sorry за понты. Просто. Я привыкла просто подходить к машине, она открывается. А просто отходить, она закрывается. Ключи, это, конечно, что-то из прошлого. Так, я приехала, товарищи. И мне тут все нравится. Да, снимаю. Радуюсь. Да. Ваш? Нет. А вас радует? Меня нет. Меня вообще никакие флаги не радуют, кроме американцев. Такой диалог состоялся. В общем, тут и вот справа, в общем, тут прям наша комьюнити не радует. Ну и бог с ним. Так. Иду. Ой, какое дерево интересное. Мне кажется, ему прям хорошо здесь. Так, ладно, мне надо посмотреть, куда мне идти, потому что что-то я не уверена. Интуитивно вроде бы здесь я где-то была. Сюда заходила. Влажность такая сильная, ребята. Игуану ищу. Не вижу пока ни одной Ромы. В аэропорту сразу увидела. Мне пока что так не повезло. Вон еще русские идут просто сплошные. Наши. Так, мне встретилось вот такое вот чудовище.
Это считается за ягуану? Что ты за зверь? Ты, или ты просто ящерица? Что ты ешь? Белка. Вкусняшку какую-то? Боже, какие у тебя глазки. Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. Так. Без тонального крема, с прыщами. То, как я вот выгляжу сейчас до. Сниму сразу после. Вот это вот, видите? Вот это вот. Вот это тянет вниз. Вот это вот получается. Вот тут вот барахло. Тут питбуль получается уже такой. Дальше хуже. А поднять просто так в кельме, сказали, сюда нельзя, потому что ямы вот эти увеличатся. Поэтому сейчас буду делать сначала мне вот сюда гель под глаза. И нити коги, по идее. Вот губы я, наверное, оставлю как есть. Сначала думала 0,5 добавить. Про запас. Потому что, в принципе, сейчас меня устраивают. Девочка уезжает на 2 года. Я думаю, за 2 года она сойдет совсем. Искать кого-то нового придется, наверное. Короче, сейчас буду с ней обсуждать. Сразу после. Тут у меня было все хуже, а с этой стороны было лучше. Терпимо, терпимо, но неприятно, конечно. Так, ну я вышла. Я вышла, и мне нравится вот эта скула, либо тут свет. Конечно, бы тональный крем нанести, чтобы выровнять цвет. Это было бы вообще прекрасно. И под глазами очень, особенно когда, ну, у меня, оказывается, этот глаз более проблемный. А здесь было меньше проблемы. И сейчас покажу фотографию вот здесь вот. Когда мне сделали один глаз, прям хорошо видно результат. Ну, а так что, завтра, послезавтра несколько дней ожидаются отеки, будет непонятно. Пока что чувствую, ну, чувствую нити, но так же, как и когда в подбородок делала, тоже чувствовала. Ну, терпимо, терпимо. Ну, неприятно, я понимала, что будет неприятно. Ну, нормально, но что ж теперь. Ну, я довольна. Я довольна, оно под еще там заколлагенируется, там чуть-чуть вот там. Короче, все окей. На солнце мне нельзя сегодня быть, по-моему. Улыбаться нельзя. Тянуть будет. В общем, еду сейчас обратно в гостиницу. А потом вечером у меня сегодня встреча с Наташей и с Викторией. Где ключи опять? Так, вышла, решила поделиться с вами только что добром. Вот так приятно только что было. Заезжала я оттуда, я приехала в гостиницу. Заезжаю оттуда, видите, 2 сплошные желтые. Но вроде бы как в Америке, их можно пересекать, если тебе нужно заехать в гостиницу, если ты вот только что приехал. Ну, я точно не знаю, но вроде бы можно. И вот видите, 2 линии встречные. И машина одна остановилась меня пропустить. Прям показала, что ну это как бы окей. Дальше он смотрел, мне за ним плохо видно второй ряд. То есть он стоял в том ряду, а в этот ряд мне плохо видно. Я нос высунула, и он мне стоит и на пальцах показывает. Еще 2 машины. 1 машина. Езжай. И казалось бы, такая мелочь. Вот так приятно стало, что люди делают так добро. Мог бы проехать, в принципе, не должен был меня вообще пропускать. Приятно. Вообще сегодня почему-то мне приятное, доброе настроение. Прям с утра. Опять я свой тут. Потому что зеркало есть, но дурацкий свет. Мне кажется, у меня прям скулы появились.
еще шарик такой, еще отеки. Итак, мы приехали к Виктории, очень долго ехали. Буду жаловаться, я еще не отошла, задолбалась я с неизвестными дорогами, с машиной и с этим навигатором, который соскакивает с телефона. Ну, куда-нибудь в машину, с машины в телефон. Короче, приехали, но Вика уехала. Бац, больно. Анестезия проходит и начинает болеть. И я переворачивалась, я пришла домой полежать. И больно лежать на какой-то стороне. Приехала, у Виктории стоит Тесла. Я так рада была. Мне кажется, я Виктории еще так не порадовалась, как то, что я увидела родную машину прекрасную. Не хочешь, не играй? Хочешь постесняться? Ну, постесняйся. Ты уже узнала, как зовут девочку вторую? Нет. Нет? Ну, так надо узнать. Короче, попроезжала кучу поворотов. Да? Очень нервно. Еще очень жарко, но зато мы увидели игуану, да? Угу. Прикольные они? Да. Хочешь погладить ее? Нет. Чего? Хотя да. Да? Да. Вдруг укусит. Вика повезла Маргариту на теннис, сейчас приедет, и мы ждем Наталью. Я думала, они уже тут сидят и скучают по мне. А нет. А кто это? Давайте покажу пока, что Виктория приготовила. У нас закуски сегодня к вину. Вино, которое я не буду пить. И очень много людей насервированного. Может быть, еще кто-то будет. Вчера вечер для вас закончился неожиданно, а для нас был, видимо, настолько прекрасен, что я больше ничего не записала. Хорошо посидели. Марина подружилась там с девочками. Посидели, поговорили, да разошлись. Вики принесли манго. Сейчас, оказывается, сезон манго. Срывают прямо с деревьев, едят здесь. Такие они тут флоридские. Просто срывают и едят? Ну, чистят и едят. Соседка принесла вчера из Харькова. Соседка. Что? Соседка? Очень много харьковчан во Флориде тоже. Очень много вещей происходит сейчас. Каких вещей происходит сейчас? Ну, у нас 10 утра, пришли, я даже зашла в воду, вода прозрачная, устраивает меня, я все вижу и как будто все контролирую. Осматриваю акваторию на наличие акул. Маленькие волны. Если что, готова драться. Что делать? Пока Рома идет, кому охранять дочь. Сейчас побудем на пляже, потом пойдем пообедаем. И потом поедем в West Palm Beach, там, где был Тони Робинс. Мне там очень понравилось гулять. И тогда еще, когда гуляла, мне очень хотелось, чтобы здесь оказался Рома. И, видимо, вот должны мечты сбываться. Поедем и сбывать эту мечту. Хочу делиться этими улицами и West Palm Beach. West Palm Beach-овской застройкой. И вас приглашаю. Я забираю.